Привет, меня зовут Мацула. И сегодня я бы хотел сказать вам несколько слов о коррупции. Бывает иногда в новостях, что говорят о коррупции, поймали кого-то. И понятно, что люди часто они возмущаются сильно, когда они слышат об этом. Потому что коррупция – это воровство. И люди понимают, что это влияет на ситуацию в стране и тоже на меня лично. И понятно, что мы все можем быть согласны, что это плохо. Но до того, как мы судим других людей, надо начинать с собой. Какое у меня отношение? Как я сам думаю о деньгах, о налогах, о таможнях? Потому что до того, как я могу судить другого, надо посмотреть свое сердце. Коррупция – это отношение, значит, что я нечестный. То, что дает мне больше прибыль, это важнее, чем быть честным. И если мы такие, тогда ничего не меняется в стране. Но если мы все начинаем себя и думаю, что мне важнее быть честным, мне важнее иметь чистую совесть, чем прибыль, тогда на самом деле страна меняется, и мы все идем к лучшему.